Всем привет! Сегодня 1 июня, День защиты детей, поэтому в центре Одессы будут проводиться разные фестивали, в том числе и фестиваль детских видеоблогеров, на который иду я с подругой. Он бесплатный, поэтому, скорее всего, там будет очень большая очередь. Мама с Таей подойдут немного попозже и ненадолго, потому что у них в это время начинается танцевальная тренировка. Я уже иду! Сейчас идем на танцы, но решили с Таюсей тоже зайти на Дерибасовскую, да? Там Ася гуляет с Виталиной. Да, мы сейчас тоже пойдем в Грушат и позвоним Асе, посмотрим, где она там с подружками да. гуляет. Добрая сестричка идет смотреть, где там Ася у нас с подружками гуляет. А после этого идем на тренировку. Ася, наверное, попозже к нам подойдет, да, Таюся? У Таи да. сегодня новый модный комбинезон такой. И у меня такие туфли. Да. Каблука. Ух ты. Главное, чтобы ты ногу не натерла, да? Угу. Ну, пошли. Хепа. Пойдем. Ой, да? котик пробежал. Мы мимо этого парка всегда очень долго с Таей идем. Тая на качельки на все залазит. Но сегодня мы не будем этого делать, да? Хотя хотелось бы. Нет. Я больше всего люблю играть не на качели, а в лабиринте или уточкой ловить рыбки, да, это призы получать. Нашли в этой толпе, здесь столько народу. Ты же звонили ей полчаса, она не слышит ничего, да? Ты с Виталиной вдвоем? Ясно. Тая уже устала стоять. Да? Устала? А нам еще на тренировку сейчас. Через несколько минут уже все начинается. Ну хорошо, беги, мы тебя найдем, давай. Гимнастики научится крутить, да, Тая? Нет, не так. Надо не бегать вокруг, а на месте стоять, поняла? И попой, попой. А пойдем посмотрим, Тая, что там детки собирают. Пошли?
что? Там лепить из пластилина. Ты хочешь лепить? Давай, я тебя раскатаю. Да? Сильнее! Сильнее не могу. Сильнее. Ты выпадешь? Не выпаду. Выпадешь. Нет! Это динамиша! А змея? Какие детки хорошие. Посмотрите. Какой праздник! Такого шутника! Сломала детям гамак, да? Ну как лошадь запрыгнула, ну честно, Ась. Так она разбежалась и прыгнула на него. Ой, это после работы, подруга. Теперь, а? Ну как? Мы же не можем здесь все время быть. Давай где-то пойдем еще что-то посмотрим. Идем Асю с Витой найдем. Да, я тебе куплю обруч, дома будешь крутить. Пошли. На днях.
нужно туда уйти. Идем за ней. На 5 минут попробуем. А где Тая? Все, Тая убежала. Мы идем ее искать. Таюся, идем дальше? Давай уже идем. Немножко, да, это сейчас дам бабушку. Железо хлорно, подожди секунду. Давай, собирай, и уже время на тренировку идти. Спасибо вам. Да, пожалуйста.